Ну и скажите что-нибудь. Друзья, сегодня очередная встреча на Киевском вокзале, и я очень рада этой встрече. Приглашаю вас всех, каждое последнее воскресенье каждого месяца. Мои хорошие, вы нужны нам. Не забывайте про нас, пожалуйста. Какие бы проблемы у нас дома не было, девчонки, ребята, мужчины, девочки, найдите каплю времени, чтобы творить добро. Я вас приглашаю от всей души на встречу с лохматой душой. Приглашаю в приют и буду рада видеть вас здесь, на Киевском вокзале. Пожалуйста, девчонки, ребята. Вот мы уже набрали. Ты немножко неправильно. Ты должен... Ага. Спасибо. С мятой, слышишь? Да, они любят такие гонять. Ага. Обязательно брошу. Спасибо, ребят. И слышишь, видео сделаем, как они играют, ладно? Ага. Ребят, мятные рыбки. Классные такие. Как настоящие. Как настоящие. Вика на подмогу приедет. Будет, да? Да. Хорошо. Но у нас подушки, одеяло, вам же пригодятся? Конечно, да? Конечно, да. Вот, ну, все конечно, да. А? Вот сюда. Дорогие друзья, спасибо. Показываю всем, кто принял участие в закупке антибиотиков. Вот тут целая куча, леомиколя, вот целая куча, юнидокс, цифтриаксон, метронидазол упаковка. Все хорошо на первое время, да. Но сейчас нужна глистогонка, так что готовьтесь, буду приставать. Антибиотиков на первое время хватит. Физрастворы? Физрастворы немножко вот привезла. Физрастворы и... Глистогонка нужна будет. Скоро буду всех напрягать. Спасибо большое. Конечно. Нет, это у нас же ранения бывают. Бывают малыш замерз. Мы закутываем. Давай. Смотрите, вот так берешь передними лапами, вот, вот так вот крест-накрест на грудь и завязываем на спинке. И он получается в одежке. Вот смотри, вот такую губку мы берем. Это замечательная традиция, которая очень способствует помощи и приюту. Сближению с людьми. Сближению с людьми, конечно. И подсказываете, Валентина. Сама собьюсь. Очень много вот приобретено лекарств благодаря вашей очень помощи. Нужных, нужных, важных и полезных. Да. Но не расслабляйтесь, пожалуйста. Следующим этапом нашей программы будет приобретение глистогонки. Значит, начались новые проблемы. Приезжайте на Киевский, приезжайте в приют. И давайте дружить семьями. Да, давайте дружить. Валентина Анатольевна всегда всех рада видеть. Всегда улыбается. Не друзья, ни на что. Хочу сказать огромная благодарность Вике за то, что она ведет наши каналы. Она ведет Дзен, она ведет Ютуб. Она проводит, ну, реально огромную, ребята, настоящую огромную помощь для приюта. И я очень благодарна этому человеку. Пожалуйста, перед вами Виктория. Ездит, собирает помощь вот, везде по Москве. Этого... Закупает лекарства огромными оптовыми партиями. Разверни, пожалуйста, телефон в свою сторону. У меня ветеринарный склад во дворе.
Ирина, отдельное спасибо за носки. Это просто чудо, что они оказались с нами. Вон я и Машка, они нас просто спасли, эти носки. Здесь такой холод оказался, а мы приехали в резиновых сапожках. Естественное болото образовалось. А красивое, кстати. Вы себе не представляете, какое красивое. Вот как они сразу возбуждаются, как только... А вообще, конечно, грязь по колено. Последствия половодья. Целый день со солнышка высохло. Кольцо меня засасывает. Да, сегодня воскресенье. И мы, как всегда, приехали навестить наших мохнатых друзей. Погода, конечно, не очень нам поспособствовала, но мы не ищем легких путей, как говорится. Приезжайте. Маша, в приют. Ты себя видела бы. Они тебе все заплевали. Вот так красиво мы выглядим, когда гуляем по вольерам. Могу показать поближе. Машка, особенно подбородок. Машка уже умылась. Да, и на ходу перекусываем сухариком. Ладно, ребят, девчонки сегодня привезли много корма. И Вика, и Маша, и Люба. Надя еще в кошатнике, да? Люда, ой, вернее, господи, я вечно тебя в Любу перекрещиваю. И Люда, и Надя у нас в кошатнике. То есть сегодня у нас четверо. Ребята, здесь те, кто реально своим трудом, своим отношением, тем, что никогда не бросал, никогда нам трудно, никогда нам весело. Просто здесь те, кто с нами по-настоящему. Здесь все ребята, кто с нами все эти годы. Те, кто не предал, не сказал плохого слова. И даже когда очень трудно, приезжал, помогал и впрягался, и все на свете делал. Ребята, это и есть настоящие волонтеры. Потому что в приюте случается все. И плохое, и хорошее, и беда, и радость, и бывает смерть. И, ребята, это не означает, что надо сразу упрекать в этом приют. Это просто... Спасибо большое всем, кто принял участие в закупке антибиотиков для собак, для наших несчастных приютских. Вот Байтрил, Цифтриаксон целыми упаковками, Азитромицин, ну и много-много всяких разных еще препаратов. Это что сюда? Дезинфицирующие растворы, перекись водорода. Все вот доставлено в целости и сохранности. Спасибо. Вот такой подарок. Это пеленки. 10 упаковок пеленок и 2 упаковки бинтов. И доставила нам фирма. Благодарим фирму Альянс Маркет за предоставленные подарки для приюта. 900 пеленок и 2 коробки стерильных бинтов. Спасибо большое.